Немного о спорте. В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата молодежной лиги Казахстана по хоккею уральские ястребы разгромили кокчетауский «Орлан» со счетом 8-0. В предыдущей игре матч этих же команд завершился также внушительной победой уральских хоккеистов. Стартовал чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди молодежи. Уральские ястребы противостояли команде «Орлан» из Кокчетау. На 9-й минуте первого тайма счет открыл бомбардир ястребов Владислав Иконников. При хорошем начале немножко провалили второй период, дали сопернику кислорода, поэтому так немножко скомканно игра прошла. Сегодня сделали выводы и уже выполнили установку тренерскую, и результат налицо. Ястребы организовали по две результативные атаки в каждом из периодов и довольно надежно сыграли в обороне. Местная команда обыграла соперников со сокрушительным счетом 8-0. Кокчетауцы недооценили противников и не были готовы к такому повороту игры. Ничего хорошего, вышли расслабленные. Вчерашнюю игру должны были проанализировать. Не знаю, вообще просто слов нет. Должны были с другим настроем, с другим настроением выходить. Но вышло, как вышло. К слову, днем ранее ястребы одержали также внушительную победу над «Орланом» со счетом 5-2. Следующая игра с новым противником в лице Кулагера из Петропавловска. Дана Керимбаева и Булат Джагапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.